Всем привет, ребята, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет ваше долгожданное видео «Мой маникюр на 1 сентября». Обязательно досматривай это видео до конца, не забывай подписываться на мой канал, ну а мы погнали! Вот так выглядят сейчас мои ногти. Кто следил за их историей, наверное, удивлены, почему они такие короткие. Мне пришлось их отстричь, так как скоро в школу, а там вряд ли разрешат такие длинные. Поэтому у меня сейчас такой вот короткий квадрат. В основном я делаю комбинированный маникюр, ну а пока фрезой пламя открываю боковой валик, поднимаю кутикулу и зачищаю птеригий. Сегодня я не очень сильно ускоряла видео, потому что мне хотелось, чтобы вы полностью увидели процесс так, как он есть на самом деле. Затем переключаю на реверс и обрабатываю правую сторону. Маникюрными ножницами срезаю кутикулу. Обезжириваю ногтевую пластину. И наношу праймер. Сегодня я буду тестировать новую базу от Инди. Она достаточно жидковатая и подойдет не всем, но надеюсь, я с ней сработаюсь. Наношу ее тонкими втирающими движениями и сушу в LED-лампе 1 минуту. Также я сегодня впервые буду использовать цветник от Инди. Консистенция у него средняя, мне она нравится. Номер оттенка на упаковке не указан. Покрываю ноготь. Кисточка, кстати, довольно-таки удобная. Стоит этот гель-лак в районе 200 рублей, но я его покупала со скидкой, и он мне обошелся в 150. После просушки в лампе покрываю вторым слоем. Мне очень понравился этот оттенок. На видео он выглядит чуть-чуть по-другому, в жизни он более розоватый. И в завершении покрываю глянцевым топом от Blue Sky. И вот такой первый ноготок у нас получился. На безымянном и мизинчике у меня будет очень простой, но достаточно актуальный дизайн. Также покрываю ноготь праймером, наношу тонкий слой базы. И покрываю тем же цветом в 2 слоя. После этого белым гель-лаком рисую небольшую полосочку. Тонкой кисточкой все разравниваю и отправляю сушиться в лампу. И далее вот такой вот кистью ставлю точечки. После того, как просушила в лампе, покрываю топом. И наш простой дизайн готов. На мизинчике делаю все то же самое, праймер, покрываю базой. И 2 слоя основного цвета. И затем рисую такой же дизайн, как и на безымянном пальчике. Завершаю глянцевым топом. И вот такая у нас получилась левая рука. А вот и правая. Конечно, не такая аккуратная, но все же я очень сильно старалась.
Вот и в целом мой результат. Мне очень интересно узнать ваше мнение. Сделали бы вы себе такой маникюр? Ну, а на этом было все. Я очень надеюсь, что вам понравился результат. Не забывайте подписываться на мой канал, на мои социальные сети, ссылочки на которые вы найдете в описании под этим видео. Ну, а всем пока-пока!